А где мы? Не поверишь. В этом фильме мы решили не мудрствовать, сделать его более прикольным. И Тайка исходил из того же посыла. Мы говорили, это же Рагнарёк. Разбавим апокалипсис юмором. У нас незаменимых нет. Рагнарёк, по сути, новый виток в жизни Асгарда, девяти миров и вселенной. Разрушение старого и рождение нового. И в этом основная интрига. Сюрприз! Это будет весело. Мой подход заключался в том, чтобы все перекроить. Слушай, а хорош. И ты тоже. Прям громовержец. Здесь переплелись судьба моего героя и развитие сюжетной линии. Другие костюмы, оружие, новые персонажи. И фильм обрел новую мощную энергетику. Да! У Тора личный кризис. Он не вернулся в Асгард, отказался от рода. Отправился на поиски приключений. Попутно искал себя, да так и не нашел. Наши шансы дожить до победного? Шансы так себе, но уйдем красиво. Хочу подарить зрителям развлечение с изрядной инъекцией юмора. Так, чтобы они хохотали, сопереживали. Чтобы у них захватывало дух от происходящего на экране. Каков воитель? Marvel представляет Тор Рагнарёк. В кино со 2 ноября.